Всем привет! Всем привет, друзья! Конец марта оказался очень скучным на поклевке. Погода откровенно не радовала и оставляла желать только лучшего. За неделю нам удалось выбраться целых 3 раза на рыбалку. В первый день минут на 40 мы пытали счастье на одном из близлежащих водоемов. Меняли места ловли и приманки, но все оказалось тщетно. Переехали на другое место, на местную речушку, где за час мне удалось отметиться лишь мелким карандашом, взявшим с четкой поклевкой на виброхвост в размере 1 дюйм. Следом и Семен отличился и поймал одного мелкого окушка. На этом все. Хотя нет, была еще одна поклевка у самых ног на мормышку. Но не результативно. На следующий день мы полчаса терпели капризы погоды с надеждой увидеть хоть одну поклевку. Но, увы и ах, все оказалось снова тщетно. Сегодня мы снова приехали на местную речку Вонючку, чтобы хоть как-то реабилитироваться после пролетных рыбалок. Иллюзий мы не питаем, но очень надеемся, что хоть сегодня рыбка немного, но порадует нас. Все, переходим от слов к делу и приступим уже непосредственно к ловле. Была поклевочка с третьего заброса. Скорее всего, отъели хвост. Точно. Хвоста-то нет. Пока поклевки нет. Видишь, как ветер дует, смотри, как леску выдувает. Какая петля получается. О, смотри-ка, отвалился, клюнул окунь, смотри-ка, вот, салатовый, опять поклевка. Но он какой-то там мелкий. Так, ну смотри-ка. Приманку поставил эту? Я сам выбрал. Ты выбрал, да, по твоему совету. Смотри, 2 раза забросил, 2 поклевки было. Ты представляешь, как угадал? Я молодец. Молодец. Угадал и с светом, и с приманкой. Все, посмотрим 3-й раз. Опять поклевка. Опять поклевка была. Ну чё, папа? Я только не знаю, почему я никак поймать не могу. Это поклевка. Чё он мажет-то? Хочется уже посмотреть в глаза тому, кто хулиганит. Вот. Вот он. О, свалился. Ё-моё. Крючок мелкий. Сейчас поставим крючочек побольше. Пап, знаешь, как я его назову? Владик. Владик копать. Владик, хочешь копать? Червь Вадик? Да, я его зовут Владик. Я сам назвал. Почему Вадик? Прямо. Я уже оторвал приманок штук, наверное, 5. Сейчас поставлю крючок потоньше и поострее. Сейчас не стал привязывать поводок из флюра. Решил напрямую.
плетенки привязать. Поклевка. Видно, не судьба мне сегодня обрубиться. Поклевка. Ну, что такое-то? Кто там? Шнурок маленький, что ли? Походу. Нет, окунь. Все, смотри, какой окушок хороший. Смотри, какой окунь хороший. Окунь, смотри, какой хороший. Какой поклевка-то хороший все. Ты видишь, даже на речке вонючки клюют. Все? Сам что пускать? Не хочешь? Опа. Пока не поймаешь, не уйдем. Хоть одну поймай. Давай, давай, не торопись. Кто там? Поклевка. Ого. Щучка. Сёма, смотри. Будем освобождать ее. Вот такую приманочку. Рейн саджимит. Вот так. Вот такие паузы должны быть. Ну, когда паузу, он всегда почти клюет. Ну, чего? Попался? Да. Ну, а я про что и говорю. Вот. Вот он. Давай, 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 вытаскивай. Тише. Удочку сломаешь. Ну, куда ты ее так? Ё-моё, Сёма. Ну, на. Своего матроса. Кого? Матрос. Видишь, он какой? Как в тельняшку у него. Матрос. Полосатый тельняшка. Папа. Да. Давай, держу. Что, тебя сфотографировать? Да. Давай, держи. Все, отпускаем? Да. Раз, два, три. Все. Давай, продолжаем.
Так, сегодня у нас получилась трехчасовая рыбалка. Оторвали, наверное, мы десяток, это точно, приманок. Увидели десяток поклевок. В одном месте так вообще клевал, как с пулемета на каждом забросе. Но реализация там почему-то у нас не сложилась с ней. Никого там оттуда не достали, с этого места. Хотя, как только мы не извращались. Поймали сегодня три рыбки. Это щучка небольшая и два окунька. Клевало сегодня исключительно на приманку Reims Ajimit. Рассветка и кислота, и темная, и на оранжевые были поклевки. На натуралку только не было. А впереди у нас нерестовый запрет. А это значит то, что мы будем ловить на поплавок и донку. И делиться этим видео с вами. Друзья, нам это не рыбалка, это понравилось. Вам, наверное, тоже понравилось. Ставьте лайки, если вам понравилось. Да, ставьте лайки, если вам понравилось наше видео. Подписывайтесь на канал, оставляйте комментарии. Мы обязательно прочтем все и ответим вам. Всем до новых встреч. Пока.